Всем привет, снова здравствуйте. Давайте поговорим о восьмерке и о плагинах. Вот такие здесь есть плагины. В zplug вот эта вот функция. Так, zbuilder мы уже в прошлом видео посмотрели. В следующем видео покажу вам вот этот zwrap. И давайте посмотрим, что такое SkyleMaster. Вот такая вот, такой вот плагин, что он делает, как им можно работать. Зайдем в Lightbox, откроем тулы и выберем вот этот вот тул Demo Solder. Вытянем его вот так вот, нажмем Edit. Вот так вот мы его выровняем и давайте смотреть, что плагин с ним сможет сделать. Вот такой вот плагин, жмем Set Screen Scale, и здесь вот появляются в окне вот такие размеры, в миллиметрах, в сантиметрах, в минимальные, максимальные. Если мы, допустим, выберем вот 5.44, максимальный в сантиметрах, нажмем на него и поставим, здесь вот у нас стоят уже сантиметры и радиалы включены. Здесь вот размеры уже подкорректировались. Если мы хотим ко всем саптулам все это применить, нажимаем All. Если только к одному, на котором включен, вот сейчас, который включен, то All отключаем. Ну и жмем Resize Subtool. Вот вы видите, как уменьшаются все саптулы под размер. Очень прикольный плагин. Все, теперь размер у него другой, вот больше становится, вы видите, максимальный. Сейчас он все прогонит и будем смотреть, насколько же он подрос. Вот теперь у нас модель имеет совсем другие размеры. Вот такие вот. Вот он выдает, что тут есть, какие установлены. Поставим другой размер и применим только к одному саптулу, вот к этому мужику. Так, включаем, жмем Precise Subtool. И вот вы видите, насколько он уменьшился по отношению к одежде. Вот такие размеры можно менять моделей. И потом вот есть клавиша вот здесь GOS, ее можно импортировать, допустим, в Sculptris, в Maya и так далее. Все, всем пока. Надеюсь, вы теперь будете знать, как этот плагин работает. Всем до свидания.